Ну что, передадим приветики? Всем передадим приветики. Уборочка очередная. Не знаю какая. По очереди за сегодняшний день. Окончено. Детки все гуляют. На улице у нас очень жарко, как и везде. Но сейчас зашло, солнышко зашло за облака. Но все равно очень душно. Любава завалила братишку Русланчика. И малыши, корсар. И кто-то еще. Наверное, это у нас девочка. Акулина. Сейчас посмотрим. Ты Акулина? Иди сюда. Да, посмотрим. Ты Акулина или ты писюн, или ты Акулина? Иди сюда посмотрим. Я тебя знаю, ты Акулина. Иди, моя хорошая. Да, мои хорошки. Привет, мои зайчики. Так, да кто там? Ой, Амартьян прибежал. Азия прибежала, мои солнышки красивые. Лопатусики кушают. Похрустеть вздумали. Котик. Это моя девочка, дотечка такая сладкая. Такая сладкая дотечка, боже мой. Как можно с ними не посюсюкаться? Как можно с вами не посюсюкаться, лапушки мои? Русланчик пришел, скажи, мама, наконец-то ты села к нам. Я буду вот такой счастливый золотой зайчик, да, волна? Я волна. Это у нас Мартьян, это волна. Девочка, мышка. Так, а где наше продолжение? Так, Самсончик кушает вон там. Мартьян! Ага, Викуся прибежала. Русланчик, ты опять здесь? Ай, кто кусается? Эквадор. Такой бутуз, такой красивый. Меня за ноги сзади кто-то кусает, ребята. Кто-то меня кусает сзади. Кто-то меня кусает. Ой, а ты кто? Привет, привет. Привет, красоток. Это Афанасий. Привет тоже семье. Мамочка сидит. Кто такое? Кто тут толкается? Кто толкается? А где Ирма? У Ирмы сегодня уши встали. А у Вики упала. Ай, кусаются сзади. А, Есения. Еся передает привет своей семье тоже. Вот она, скажи, какая я. Любава. Ой, Вика. А ты зачем Яшу-то за уши кусаешь? Ай, тяка. Ты-то пришел к нам. Ирма, иди сюда. Скажи к маме. Мамсик с мамой. Акулина. Русланчик. Курносик такой. Да. И Мартьян. Так, вон там у нас еще сестры ботаются. Видите, вон они бегают. Это Мексика и Африка. Две сестры едут в один дом. Дружат между собой. Просто постоянно. Надо ж такое. Представляете, как хорошо. Они все между собой дружат, играют. Это кто у тебя такое? Это у нас кто? Ты кто? Я не знаю, ты кто. Тоже, кстати, уши торчком встали. Это у нас или... Скат или Катран? Или. Ну, какая разница? Чупа-чупсы. А вот это видели? Вот это вот девочка, это вообще у нее тоже уши встали. Это Мидия. Посмотрите на эту куклу. Кукла! Маленькая! Вообще такая маленькая, красивая. Так, а ты кусака. Вика. Виктория. Так, это у нас маленький... Ай! Мажорик я его называю, потому что он внук мажора, маленький, кнопик такой, да, скажи я, это у нас Прометей, Русланчика завалил, Русика завалил, на него, кто-то меня сзади за тапки жует, красивая рожица, иди порожь, ой, это Мидия, чуть-чуть как-то засветляет, да? Ой, какой же ты красивый, корсарчик. А где твой братик шоколадный? Так, я встаю, они меня щипают. Ребята, это очень больно. Это правда больно. Вот это. Кучка шоколадиков. А ты что спишь? Иди посмотрим. Вот он такой сладкий мальчик. Дай на тебя посмотрю. Ты пошел спать. Ты братишка такой маленький. Да, курносенький. Скат или Катран? Короче, Скат или Катран? И тот был Скат или Катран. А ты кто? Иди сюда. Это Скат или Катран.
Хорошо, да, хорошо. Катя уж совсем. Так, это у нас барракуда. Дай посмотрю на тебя. Тибаракуда, тибаракуда. Тихо, аккуратненько, пожалуйста. Черныши мои. Все, все, все. Були-були-були-бу. Самсончик прибежал, Самсончик, листик в зубах принес какой-то, Яшек, Ирма, Скат или Катран, ну как по-другому, и маленькая Медяйка, Медийка, такой вот раз, и красивое чудо, боже мой, этот стоит, сидит, язычок высунул. А где наша красотка длинношерстная, шоколадная? Ага, тут они у нас еще загорают, лежат. Пойдем, Лаванда, заходи, заходи, пойдем, пойдем. А волна, а мо. Заходим, 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 заходим. Заходим, заходим, заходим. Детки, детки, детки. Скорей, 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 скорей. Так, это у нас Африка прибежала. Хорватия. Веселье. Вот такое. Вот оно, мою красавица. Вот оно, мое солнышко. Это у нас Лазурь. Красивенная девочка растет. Девочка у нас в продаже. И сейчас она продается за 130 тысяч рублей. И вот это тоже ее сестренка Моремо. Умница. Слушает. Все слушает. Ах ты, Самсон, веселун. Смотрите на эту Мексику. Мексика, ты чудо. Чудо голубоглазое. Голубоглазое чудо. Голубые глаза. Боже, ты мечта. Ты девочка мечта. Зачем ты грызешь это все? Покажись. Покажи мне свою морду красивую. Ты нереальная. Еся. Голову поднимает, ушки уже стоят. А, сеструха прискакала. И сеструха прискакала. Веселуха. И водички. Две, по две миски стоит у меня водички. Не дай бог, не хватит водички. Водички должно быть много. Водичку целый день подливаем. Да, потому что жарко. Это у нас Митя играет. Или с Катраном, или с... Катом. А это у нас Гав-Гав хулиган. Эквадорчик. Эквадорчик у нас. Ой, Русланчик. Видите, как они растягиваются. Потому что кафель чуть-чуть, он не холодный, но он прохладнее, конечно, чем воздух. Там они животики так охлаждают свои, когда собачкам жарко. Через язычок, через животик, через лапульки. Русланчик! Русланчик, ты сладкий малыш у нас продается. Русланчик. И вот эта компания веселая. Эквадор, мраморный голубой. Мрамор малыш. И черненькая мини-девочка Миди. Да, и мальчишка Скат и Катран. Они у нас похожи сверху. Тоже в продаже. Так, это у нас шоколадка внизу лежит. Продана девочка. Волна уже выезжает от нас. А сверху с ней играет у нас корсарчик. Черно-белый, такой нарядненький, красивенный мальчишка. Тоже у нас в продаже. Лазурь. Очень красивая, очень достойная девочка. Лазурь. Полностью шоколадная лазурь, Шамановна. Это у нас Мидия. Это у нас Мексика, она у нас продана. Со своей сестренкой Африкой. Вот так, вот так, вот так. Ой, возюшки, возюшки, возюшки. Мартьянчик. Хулиганчик. Так, ведро утащили. Это у нас для кондиционера стоит ведро. Они уже его, конечно, утарабанили. Утарабанили, конечно. Гуляем, в общем, ребята. Сейчас кокульки буду собирать. Да. Лакаем, писаем. Вот такая вот у нас прогулочка. Пока все остальные закрыты, чтобы не мешали нам, не гавкали. Ингуся. Ах, Ингуся. Ингуся тут тоже устроилась на лежачке.
Нравится, да. Нравится, мои красавицы. Нравится на подушках. А как же, а как же? Ой, моя Викуся легла с мамой. Кайфует. Жасминка отдыхает. Все, малыши начинают укладываться. Прометей Шаманович. И меня тут кто-то за ноги ловит. Мидия, ты хулиганишь по-настоящему. Хлюсенькие такие садики. Сейчас нападет. Я скажу, нападу на тебя. Хулиганят, хулиганят бесконечно. За их вознёй можно наблюдать бесконечно, правда? Кому нравится наблюдать за вознёй малышей, ставьте лайки и пишите. Сердечко присылайте. Скажите, да, нравится наблюдать. А ты скажешь, пол какой-то показывает грязный. Посмотрите, какая у нас козочка крымская. И дерево погрызть. Да, так вот, вот такое вот веселье. Ой, возня, возня, возня. А козочки они у нас настоящие. Посмотрите, где они у нас. Вот даже здесь, да? Красота! Мо! Эй, мадам! Мо! Мо у нас продается. Миниатюрная девочка достаточно. А тебя прибежал. Вот же красотун растет, а! Скажи, что ты делаешь? А что ты делаешь? Гав-гав. Слышали эти голосочки, милые? Боже! Есения прискакала. Уволень. Врезалась. Самсончик подкушал. Так, ну что, нагулялись мы с вами. Неожиданный приветик. О, вон они все мотаются. Вот так мы гуляем. Вот и показала вам нашу прогулку. Так вот, ребяточки, мы гуляем. Да. Всем пока! До новых видео, до новых встреч!